хорошая подача у Кристины, но может она подавать сериями. А здесь классная передача и не менее классная атака Татьяны Ковалес. В защите мяч она этот обработать не успевала. Классная подача. И это будет что-то похожее, да, с концовкой третьего центра 90, а то и поболее, мне кажется, на решающую игру этого сезона, потому что если в защите Наталья Някина, потом продолжим. Потом продолжим. Будет еще атака у Локомотива. Татьяна Кадочкина на одном блоке. И вновь туда болельщики с интересом пришли на эту игру для того, чтобы... Есть хороший прием. Татьяна Кадочкина высоко по рукам. 16-20. Продолжает подавать. Хороший прием. Быстрая передача. И блок Богумила Биарда. Но поднимают мяч. Екатерина Любушкина принимает, подключает Богумилу Биарду. Есть защита Локомотива. Татьяна Кадочкина скидку успевает. Какой мяч поднять Анна Николенко. Просто браво. Просто браво. 11 номер Тулицы сейчас. Без атаки Тулицы. Быстрая передача Татьяны Кадочкины. Классная подача. В исполнении Анны Николенко. Полюбилась Валентина тульским болельщикам и очень активно поддерживают и желают ей выздоровления они. Не будет атаки у Локомотива, ну как же не разобрались сейчас? А сейчас 12-16 и подача Татьяны Кадочкиной. Хороший прием Екатерины Тимошковой. Двойной блок на Екатерину Любушкину поднимается уже не в первый раз. Хорошая страховка. Еще одна атака Екатерины Тимошковой, но к скидкам вот уже готов Локомотив. Тройной блок и от рук Екатерины Тимошковой как раз мяч. Кидала Екатерина Тимошкова, а дальше все... Такие подобные скидки Локомотив поднимает уже. Счет бы был уже другой совершенно. Но 19-20 по-прежнему. Выбитый прием, высоченная передача. Богумиле Биарде, как оказалось. Есть еще атака у Тулицы. Хорошая доводка. Ольга Ефимова. И был а сетки касание. Там не было? Сетки, мне кажется, а здесь... И будет максимально активизировали, согласна. Подгоняют команду. Есть защита у Локомотива. Татьяна Кадочкина скидкой опять. Хороший прием, быстрая передача. Татьяна блок Кадочкина работает. Еще будет атака. Останавливают атаку еще. И от рук блестяще. И Ольга Ефимова на подаче. Да, хочется не пропустить ни одного розыгрыша, потому что какую концовку выдали обе команды. Кольненко на подаче. Вновь выбитый прием Татьяна Кадочкина. Не видит. Выбитый прием. Татьяна Кадочкина. Блестящий от рук. И дальше. Дальше берет мяч в свои руки. Потому что... В Ольгу Ефимову вновь он летит. Хороший прием. Смягчают на блоке атаку. 23-23 сразу. Оно и ясно. На подаче. И как-то невероятно просто уворачивалась Анна Николенко от этой подачи. Есть накат. Будет ли атаковать Ольга Ефимова? Рискует. Классная защита от Тамары Зайцевой. Татьяна Кадочкина высоко по рукам. И за этим мячом достает Ольга Ефимова. Тулица.